квартеты. Хотела бы заметить, что это уникальная песня, которая сейчас прозвучала. И только русские люди могут исполнять ее не только зимой, а даже, я слышала самолично, как камбани в 30-градусную жару хорошо отдохнув, могут затянуть «Ой, мороз, мороз!». Но вернемся к нашему повествованию. Культура празднования Нового года на Руси составляла яркую, живую сторону жизни людей. А с приходом христианства на Руси создалось единство религиозных представлений и обрядов, устного, музыкального и словесного творчества, и образовалось слияние традиций языческих и православных, так называемое двойное веяние. Thank you.
после водокреса наступала пора зимних свадеб.